Всем привет, ребят! Наконец-то я доролил этот талант. Я запарился сегодня, честно говоря, его ролить. Этот Blade Dance — это просто жесть. У меня было там где-то 33 тысячи коробок. Я почти 1000 коробок переролил, чтобы достать этот один талант. Это просто жесть какая-то. То ли они шансы понизили, то ли что, я даже не знаю. Но это просто аут. Захотел я такую сердцеедку создать, сделать, потестировать. Почему? Потому что у героя есть иммунитеты, довольно-таки неплохие. К стану, к страху, увеличенный урон, также атака, в принципе, обалденная. Плюс герой на максималке на 13-м понижает атаку героев на 50% и забирает энергию, восстанавливает себя. В общем, такая вот у нас сборка будет. Здесь мы первоначально поставим вариант СО, чтобы не сливали. Здесь у нас усиление от хила плюс деф, то есть такой вариант, который не особо будет сливаться. Слона нам бессмысленно ставить. Сейчас я посмотрю, что у меня там по снаряге. Вообще уклонений нет. Вот попробуем такой чисто вариант без уклонения максимального. Так, где-то там. Вот она. Поставим сюда ангела. Сейчас пойдем в рейды. Я ее рассматриваю так, как, знаете, герой для какого-то фарма на PvP локациях. Ну, конечно же, надо ремка. Так, у нас ее здесь нет. Надо, кстати, глянуть, что там битва гильдии у нас. Где ты? Вот он. Ну, статки, как видите, довольно-таки неплохие. Атаки под 50, точнее 50, почти 50к, 49 жизней. Ну, за счет прорыва, конечно, все герои имеют свыше ляма, но это не спасает от хранителя. Так, окей. Такая у нас сборочка будет. Поехали. Просто в рейд зайдем. Сейчас увидите, как она улетает. Вот тут не особо прокачки максимальные. Так, ну сейчас посмотрим. Вот она включилась. И смотрим против Фреи. Что же у нас будет? Смотритель нас ушатал. Давай, давай, тащи, недомогание. Ну, что вы скажете? Опять недомогание сработало. Ну, держится. В принципе, обалденно держится. Я считаю, это вообще отлично против Фреи. А в таком билде продержаться. Интересно. Сейчас я попробую найти кого-то попроще. У меня просто в топе на максималке все с воодушками. Поэтому тут, знаете, найти какого-то простого смертного не так просто. Посмотрите, смотритель там ударил, практически все вынес. Вот 500. Давай, включайся уже. Ну, по атаке что я могу сказать? Сейчас пойдем на экспедицию, потестируем. Там будут попроще противники, но неплохо. Отхил хватает, и родной отхил, посмотрите, держится. Хоть как-то, но держится, хоть чуть-чуть. Тоже было вообще печально. Собирать ее на атаку я бы, наверное, не советовал. Потому что атакующие варианты я уже показывал. Любая отражалка, этот герой просто нафиг улетает. Герой обалденный, очень много дамага, очень классно смотрится на PvP локациях, когда включается. То есть ремка обязательно, если вы идете на PvP локацию. И капец, сколько дырок. Ну, блин, одни зефиры, короче, и огники. Тут бессмысленно даже где-то что-то смотреть и тестировать. Вот что-то попроще, вроде казалось бы. Но то же самый вариант. Просто сейчас разгребут сразу же. Ворожей. О, вот здесь хоть что-то интересное. Ну, давайте попробуем против оккультиста. Фрея уже сразу начала дамажить. Так, ну давай, давай, 550. Пошли миссы. А где отхил? Вот максимальный отхил, такой нехилый пришел. Но это от смотрителя. То есть смотритель
сразу же на full отхиливает. В принципе, неплохо. Видите, мало миссов и, соответственно, отхила мало. Плюс недомогание полностью нейтрализирует этот талант. Но держится вполне даже прилично. Фрейя не убивает стычки. Ну, у нас просто как бы дефный вариант. Сейчас СО стоит. Ну, неплохо. А теперь посмотрим, как будет с оккультистом. Так, еще где-то достает. Сейчас должно все лететь в оккультиста. Нифига, она его даже не пробивает. Ну, пробивает, но там отхила больше, блин, чем мы бьем. Ну, держится, по крайней мере. Фрейя тут 30-го левела. 30-го прорыва. Ну, по отхилу, я вам скажу, неплохо. Ладно, давайте попробуем попроще локация. Вот здесь. Здесь, думаю, будет намного интереснее посмотреть. Поехали. Тут герои у нас попроще. Если мы так закинем. Ну вот смотрите, как прелестно. Пошли миссы. Вот реально герои без прорыва. Ну а непонятно, тут миссы. У нас сразу же фуловый отхил. То есть она против героев, у которых реально нету много точности. Это при том, что у нас нету уклонения много. То есть она у меня собрана на атакующую сборку. Прилично себя показывает. Мне нравится такая сборка. Плюс ИСО, то что надо. Урон получается плюс деф, как вариант. Но в идеале у меня, вы видели, я ее тестировал на архидемоне с расколом. Я раскол убрал, у меня с СО она больше всего нравится. СО плюс ремочка, и мне этого вполне хватает. Сейчас попробуем этот талант плюс ремка, как оно будет. Ну, в таком билде увеличенный отхил за счет чарки. Урона тоже, кстати, посмотрите, урона тоже вполне хватает. Разобрала. Так, а ну-ка против черепа. Неплохо. Сейчас дальше пойдем посмотрим, что там будет дальше. Я надеюсь, там будут какие-то топовые пачки. Так, вторые эволюции. Давайте так закинем. Заблокировали нас. Но у нас стоит 9 СО плюс ангел. Нас не так просто убить. Ангел 500к отхиливает. Опять блочка прошла. Ну что, сольют? Давайте выйдем, перезайдем. Ну, довольно-таки долго живет, но в блоке, конечно. Так, Афинка бьет. Ну вот пошел отхил и довольно-таки неплохой. Так, мы уже включились. Ну, неплохо, я вам скажу. Конечно, было бы здесь недомогание, нас бы, наверное, ушатали уже давным-давно. Нас и так сейчас ушатает Махатма. Давайте попробуем с другой стороны зайти. Конечно, интересно против Махатмы воевать. Так, стрелок нам сейчас будет не давать заряжаться. Талант действительно хорош. Для бездона это вообще идеальное решение для той же самой Фреи. Для таких героев, как она, я не знаю. Если у вас есть лишний, я бы, наверное, поставил. Рискнул потестировать на каких-то PvP локациях. Сейчас пойдем на забытую, там посмотрим. Плюс ремка, как оно будет. Но, ну, видите, герой не зарядился. Соответственно, нету энергии и все. Нас просто сейчас ушатают.
Так, а ну-ка здесь посмотрим. ББшка процентуально бьет, но посмотрите, как миссы выходят. Нифига себе. Обалдеть, вот это вот круто. Я думаю, не было бы у нас просто этот, у нас бы ушатали. А это неплохо, мне понравилось. Получается офигеннейший отхил. Плюс герой сам себе хилит, плюс увеличена отхилка, плюс иммунитет к стану. Ну, это вообще идеальный вариант, как по мне, для героя. А на крайний случай, если сливается СО поставили, либо ПДшку, как вариант. Так, у нас опять. У нас и... Что там у нас? Фрея, да? Тут энергию ворует. И стрелок, и Фрея. Ну, интересно, сейчас она если включится. Вот она включилась. По отхилу вообще супер. За счет СО. Герой непробиваемый. Я так вот ускорю. Чуть дальше посмотреть, что же все-таки дальше будет. Так, Асурик включился, недомогание, пошли миссы, но я не вижу. Видите, все-таки недомогание, это беда этого таланта, вы ничего не сделаете, он у вас не будет хилить. Да, урон останется, но хилить, к сожалению, не будет. Так, окей, делаем другую сборку. Идем на PvP локации. Там пробуем вариант ремка. Блин, сколько... Сколько этой всякой фигни у нас тут. Надо будет разобраться с эмблемами. Хотя некуда давать синих кристаллов, все равно попродаем, у нас все будет забито. Разве что просветы перекачивать. Так, окей. Поехали на аренку. Блин, я что-то, знаете, по привычке, как забытая битва. Нажал на самого последнего. Ну, тут понятно, тут будет сейчас вылетать только так. Можно еще, кстати, панчбокса поставить, но... Сейчас мы, наверное, на хранителе просто сольемся. А, это слабенький хранитель, но если он включится, она может... Вот посмотрите, как там... Просто тупо в минус пошли жизни. Вот то, о чем я говорил, что атака классно, но герой сливаться будет очень быстро. Любая отражалка и по вашему герою. Ну а так, конечно, урон очень классный. Смотрите, как выкидывает 500, 600. Без проблем. То есть у нее шанс крита плюс крит увеличенный. Она реально очень классно смотрится. Так, пробуем здесь, где у нас Фрея. И посмотрите, что она чудит. Реально крутая. Да ладно, еще пусть разберет сейчас всех. Осталась у нас одна Фрея. Посмотрите, что она чудит. Нифига себе. Вот это прикольно. Ну-ну-ну, давай, еще чуть-чуть. Просто тупо все бомбы идут на Фрею. Чуть-чуть, блин, чуть-чуть не хватило. Ну, добьешь или нет ее? Вот это жестко. Без проблем. Посмотрите, что она чудит.
Все привыкли видеть Фрейю, что Фрейя просто тупо ушатывает. Так, ну, давай, кто кого? Блин, не хватит нам, наверное. Чуть-чуть нам не хватит. Обидно. Хорошая заруба, давайте против сильнее противника попробуем. О, тут просто космо ударил у нас жизни, просто не хватает. Ладно, поехали на локации, где она реально должна интересно себя показывать. Я надеюсь, у нас будут хорошие противники. Вот есть, кстати, хранитель. Интересно будет против Хрона посмотреть. К сожалению, хранитель сдулся. Ну, в принципе, как и все герои, наверное. Так, а ну-ка давайте перейдем на вторую. Нападем вот так. Это будет вторая пачка, это будет третья. Такой вариант попробуем. Там у нас есть огник. Интересно посмотреть против огника, что герой сможет. Нифига себе, просто тупо молчание и все. И печаль. И герой улетел. Даже при том, что у нас и со стоит, разобрали налегке. Ну, конечно, тут 6 противников, но есть герои, которые реально в такой сборке тащат, а есть герои, которые ничего не могут сделать. Парализовали и все. Так, вот интересно, кстати, тоже. Здесь есть Асура, у которого отражалка. Так, ну давай. Вот посмотри, нифига себе, посмотрите, как она просела. Это просто на одном Асуре отражалка. Посмотрите, что делается. Ну, конечно, затащила, но, блин, жестко. Нереально жестко. Ну, интересно, Ронька, затащишь или нет? Ронька с отхилом там. Скорее всего, с новой чаркой. Смотрите, что Ронин делает. Но тут фуловый отхил. Вот это классно, конечно, когда зеленый смотритель и новая. И зеленый смотритель и новая чарка. Это все. Это фуловый отхил сразу же героев. Вы ничего не сделаете против этого. Ну, конечно, жесть. Такое, знаете, двоякое ощущение от героя в такой сборке. Вроде и тащит, но вот тут вот неплохо смотрится. ПБшка ничего не может сделать. Да и Фрейя тоже. Просто тупо развалила пачку. Неплохо. А если будет еще 4 таких, там не таких героя, а 4 героя там, либо еще дополнительные отхилы, я думаю, она будет неплоха в пачке с Асурой даже. Если они вдвоем включатся, все. Вы ничего не сделаете. Плюс на кого-то корку поставить, и никто не зарядится даже. Единственное, надо недомогание. Ну а так вполне даже ничего, прилично себя показали. Так, ну-ка давайте попробуем здесь. Ну тут, наверное, сейчас нас заморозят и все. Так, смотрите, молчание. Вот она включилась. Не, без вариантов. 30-е прорывы просто разобрали. Но она надамажила неплохо. Единственное, что, конечно, парализовали ее, и она ничего не может сделать уже. Наверное, у нас сейчас будет огник с сюрпризом.
Не, да, был сюрпризом, но улетел. Недомогание тащит, ребят. Реально, недомогание должно быть у вас забыто в каждой пачке. Хотя бы одно, а то желательно и два. Тогда вы будете нормально проходить. Если у вас его не будет, это, конечно, печально будет все. Очень сложно будет против топовых сборок бегать. Вот смотрите, она себя там хилит. У нас тут урона вроде побольше будет. И недомогание есть на Фрейе у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Ну вот так вот. Что могу сказать? Герой действительно интересный. Но учитывайте то, что он на максималках. Ставить такую талант, если у вас есть созвездий. Ой, говорю созвездий, если у вас есть эмблемки, я бы, наверное, поставил либо СО, либо этот. Это хороший будет вариант. Если нет, то я все-таки рекомендовал бы, наверное, СО поставить. От нее будет тогда больше толку. Потому что на любой отражалке она просто улетает. А в такой сборке, то и помимо она улетит, плюс дефа нет. На PvP локациях. Ну, не знаю. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу такой сборки. Пишите, кого вы хотите увидеть, какие герои на обзоре. Всем удачи, всем пока.